Вы смотрите новости в эфире 7 канала, и мы подводим информационные итоги дня. В студии Игорь Буренко. Здравствуйте. В этом выпуске вы увидите. Скандал на Среднефонтанской. Снесли одну из несущих стен подвала и прорубили проем на первом этаже. Забаррикадировали все двери и в наглую начали ломать этот перестенок. Праздник в одном из старейших функционирующих учебных заведений города. 82 вихованці, в тому числі 10 сиріт і позбавлених батьківського піклування. Дні пам'яті Андрія Сахарова в Одесі. Защитнику прав і свобод чоловіка посвятять концерт в філармонії. В столице презентовали итоги исполнения Украиной соглашения с ЕС за период с 1 декабря 2016 года по ноябрь 2017. Мероприятие посетили ряд послов стран Евросоюза, украинские чиновники и профильные эксперты. С ними общался и наш специальный корреспондент в Киеве Богдан Красавцев. Он сейчас с нами на связи. Богдан, здравствуй. Какую оценку получила Украина? Расскажи. Студія, вітаю. Будемо говорити з Ольгою Стефанішиною, директором урядового офісу з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Одне питання до вас. Наскільки Україна виконує угоду про асоціацію з Євросоюзом? Доброго дня. Дякую за запитання. Насправді це питання, я би сказала, десь з області філософії. Да? Тому що якщо говорити мовою сухих відсотків або цифр, то це дійсно, можливо, не настільки оптимістичні і привабливі результати. Але навіть ситуації, коли Україна має невеличкі відсоток виконання зобов'язань, для України це прорив і, можливо, ціла реформа і зміна регулювання. Наприклад, у сфері державних закупівель ми виконали дуже невеличку частину зобов'язань, але ми впровадили величезну реформу державних закупівель, яка дозволяє економити мільярди і мільярди гривень щороку. Так само в сфері енергетиці ми зробили безпрецедентний крок, який стосується розділення НАК «Нафтогаз», і це теж зобов'язання в рамках угоди про асоціацію. Ми прийняли законодавство з питань ринку електричної енергії, які забезпечить не лише прозоре ціноутворення регулювання в державі в цій сфері, а й взагалі вихід на ринок ЄС, вільний вихід на ринок ЄС, і ці переговори вже відбуваються зараз. Тобто всі ці речі – це великі прориви в державі, але насправді це дуже маленький відсоток виконання наших зобов'язань. Ну і фактично, як я вже говорила в рамках своєї презентації, уряд створив всі необхідні інституційні правові рамки для того, щоб угода виконувалась вчасно. Ми створили спеціальні кабінети міністрів, де вони зможуть, де міністри зможуть відслідковувати прогрес, контролювати це. Водночас необхідна дуже велика політична консолідація, а іноді треба просто, щоб в певній сфері ці реформи дозріли. Тому що я завжди кажу, що якщо б угода про асоціацію була про те, щоб прийняти 100 законів, ми б її вже виконали в 2015 році. Це зміна мислення, це зміна всієї держави, і тому європейська інтеграція в державі, вона асоціюється насамперед з виконанням угоди, що є зміною держави в цілому, і відповідно після її виконання членство в ЄС, воно залишиться лише в політичній площині, абсолютно не в технічній. Дякую. Дуже вам вдячна, студія. Спасибо, Богдан, за работу. Ну а я напомню, с нами на связи был наш специальный корреспондент в Киеве Богдан Красавцев. Ночной пожар в Аркадии. В понедельник, 11 декабря, около 23 часов на улице Посмитного загорелся строительный вагончик. Ликвидировать огонь спасателям удалось лишь после полуночи. Пострадавший в результате пожара мужчина скончался в машине скорой помощи, не приходя в сознание. В пресс-службе ГСЧС в Одесской области уже назвали предварительную причину пожара. Это нарушение правил безопасности при эксплуатации электроприборов. Лжеврач, залечивший до смерти 2-летнего ребенка, проведет в тюрьме 2 года и 10 месяцев. Так Приморский райсуд удовлетворил ходатайство гособвинителя Одесской местной прокуратуры номер 3 о привлечении виновного к ответственности. Напомню, в ноябре 2013 года 54-летний мужчина под видом врача-педиатра решил помочь супругам из Белгорода-Днестровского в лечении их 2-летнего сына, а также 8-месячной дочки. В Одесском бассейне во время
время водных процедур, когда он погружал детей на некоторое время под воду, мальчику стало плохо. Ребенка госпитализировали с диагнозом клиническая смерть вследствие неполного утопления. Через несколько дней парень умер. Заседание суда, на котором гражданскому активисту Сергею Стерненко должны были избрать меру пресечения, перенесли. Сторона защиты просила дополнительное время для ознакомления с материалами дела. На это судья дал адвокату всего 20 минут. В свою очередь, сторона защиты подала ходатайство про отвод судьи. Відкладається розгляд нашої заяви про відвід судді Тонконоженка в зв'язку з тим, що відповідно до статті 81 КПК України таку заяву розглядає інший суддя, який визначається в автоматизованому порядку. От завтра буде розглянута наша заява, або задоволена, або відхилена, і після цього вже буде вирішено, чи суддя Тонконоженко буде розглядати дану справу, чи інший слідчий суддя. За 40 хвилин до засідання тільки завершили допит в кабінеті слідчого. Ми заявили клопотання про відвід цього судді, оскільки він нам після клопотання про відкладення судового засідання дав лише 20 хвилин на ознайомлення, це 77 аркушів А4. Крім того, необхідно ще підготувати лінію нашого захисту, оскільки він нам відмовив у клопотанні про відкладення судового засідання для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження та клопотання про застосування запобіжного заходу. Ми заявили відвід даному судді. Уже в среду в 9 часов утра в Киевском райсуде рассмотрят ходатайство адвоката Сергея Стерненко об отводе судьи Тонконоженко. Напомню, активист обвиняет в сбыте наркотиков. Сегодня ему должны были избрать меру пресечения. Вместо 15-этажного дома в парке Шевченко появится детский развлекательный центр. На комиссии по вопросам землеустройства изменили целевое назначение земли Зеленого театра. Теперь там якобы планируют построить площадку «Мир аттракционов». Речь идет о 25 гектарах земли. Документов я еще не видел. И помню, что раньше было у нас непосредственно для вызначения земельной делянки площадью 1 гектар 14 соток. Это непосредственно тот землеотвод, который был по Зеленым театрам. Напомню, в 2014 году Зеленый театр восстановили волонтеры. Этой осенью появилась информация, что площадку собираются ликвидировать, а на ее месте построить многоэтажку. А в Киеве поговорили о главных особенностях недавно принятой народными депутатами реформы жилищно-коммунального хозяйства. Что нового принесут эти изменения и о чем нужно знать украинцам, смотрите далее в сюжете. Реформа ЖКХ была давно необходима. Однако, несмотря на ее принятие, остается еще ряд серьезных вызовов, связанных с имплементацией. Кроме того, необходимо развенчать мифы о том, что из-за преобразования жилищно-коммунального хозяйства вырастет квартплата и будут ликвидированы ЖКСы. На самом же деле цифры в платежках могут стать меньше. Это связано с тем, что закон убирает монополию на рынке коммунальных услуг. Должны появиться новые исполнители, конкурирующие между собой за жильцов. Там, где новых исполнителей не будет, свои функции и далее будут выполнять ЖКСы. Мы не можем говорить про каждый будинок конкретно, потому что скрізь ситуация разная. Если это дірявий будинок, очевидно, что там будет квартплата больше. Сегодня есть случаи, когда ОСББ оголошує конкурс, оно не хочет управлять самостоятельно, а хочет залучить стороннего управителя, и это выходит дешевше, чем те послуги, которые сегодня пропонує коммунальный ЖЕК. Один из плюсов реформы – внедрение проверки качества коммунальных услуг. Так за некачественные жильцу будут делать скидку на оплату. Кроме того, в квитанциях появится графа «Обслуживание дома», что особенно актуально для советских многоэтажек с изношенными внутридомовыми сетями. Успех всех этих реформ, которые касаются житлово-коммунального господарства, он творится не в Киеве, он творится в містах. И я, если могу просить вас, я хотел бы организовать серию таких вебинаров для мерей міст от Ассоциации энергетических міста Украины. Если вас можно вытянуть, просто чтобы мы могли делать один вебинар в тиждень. Из минусов предусмотрено ежедневное начисление пени в размере 0,01% от суммы долга. Если же у вас задержки по зарплате или государство вовремя не перечислило субсидию, пеня не начисляется. Сума пені насправді вона буде не дуже велика, і це скоріше як виховний такий засіб. Так само в договірних
відносинах з постачальником будуть санкції і для постачальників. Добавим, що реформа должна заработати на 100% через год. Експерти, однак, убеждені, що без прийняття підзаконних актів змінення в сфері ЖКХ можуть так і не состояться. Ольга Голодова, Богдан Красавцев, Юрій Юрченко, 7 канал. Коррупционные схемы в недостроях и работа черных нотариусов – это две основные проблемы Одессы, по мнению всеукраинского антикоррупционного журнала «Ваша надежда». В Украине побудовано Боинг боротьби с коррупцией. Але, на жаль, цей Боинг не має пілотів і не заправлений. От для того, щоб там появилися пілоти, для того, щоб цей Боинг взлетів, до речі, дійсно, законодавство, структури антикоррупційні самі найкращі у світі. Але разом з тим корупція гірше, ніж у багатьох країнах Африки. Чтобы решить эту проблему в нашем городе, общественная организация «Ваша надежда» подписала меморандум о сотрудничестве и взаимодействии с Европейской полицейской ассоциацией Украины. Ее эксперты будут оказывать журналистам юридическую поддержку в борьбе с коррупцией. Мы обеспечаем поддержку и защиту журналистов при ведении и расследовании, и ведении юридических сложных задач. Такое сотрудничество поможет в раскрытии новых преступных схем. Опасные работы. Жители многоэтажного дома по улице Среднефонтанской жалуются, что неизвестные люди самовольно снесли одну из несущих стен подвала и прорубили проем на первом этаже. Рабочие происходящее не комментируют. В ситуации разбирался мой коллега Назар Бурхан. Вот это, значит, бетонное основание дома, в котором тоже сделали большой вообще проем. Они вроде бы как-то усилили его, но я думаю, что с технической точки зрения оно не выдержит. Жители дома возмущены самоуправством неизвестных рабочих. Те без разрешения прорубили несущую стену дома в подвале. Помимо этого, в подъезде появился новый проем. В это время жильцов в дом не пускали. С рабочими у нас своеобразное общение получилось. Они приблизительно после 12 часов дня забаррикадировали все двери и в наглую начали ломать этот перестенок. Чтобы остановить работы, пришлось вызвать полицейских. Но к приезду копов рабочие испарились. На момент, когда, конечно, приехала полиция, то уже их не было. Они произвели демонтаж, незаконный демонтаж стены, которая соединяет внутреннее помещение с помещением лифтовой или подъезда. Люди уверены, за всем стоит застройщик и управляющая компания. На месте составили жалобу в ГАСК. Мы вопрос возьмем на контроль, проверим по реестру единому выданных разрешений, есть какие-то документы, нет. Ну и будем принимать меры для проведения внеплановой проверки. Жители надеются, что пока идет разбирательство, незаконные работы в доме все же остановят. Иначе из-за повреждения стен здание в один момент может рухнуть. Назар Бурхан, Евгений Ячменцев, 7 канал. 11 инновационных проектов в сфере экологии и охраны окружающей среды сегодня представили одесские студенты. Команда разработчиков имела возможность озвучить не только их экологическое, но и экономическое обоснование. Ведь каждая идея – это готовый стартап. В этом конкурсе участвуют 4 университета Одессы, университет Мечникова, политехнический университет, экологический университет и Академия пищевых технологий. Вот. И в принципе каждый университет представил какие-то свои видения, свои проекты. Цель – это очищение воды. Как с помощью установки, которая работает на основе магнетронов, то есть с помощью СВЧ-волн вода разогревается до температуры 100-110 градусов по Цельсию, то есть это кипячение. Данное очищение уничтожает практически все инфекции, то есть после кипячения микроорганизмы, естественно, не выживают. Если учесть экономию на электроэнергии, на газе и на хлорировании, то есть хлорирование не нужно будет, через 5 или 7 лет, думаю, она должна окупиться. Большинство проектов посвятили альтернативной энергетике, а также сохранению и увеличению зеленых зон в городе. Студенты надеются, что городская власть прислушается к мнению молодых ученых и воплотит их проекты в жизнь. Впервые о Сахарове, как о правозащитнике, заговорили в Советском Союзе в 70-х. Он стал в оппозицию тогдашней номенклатуре. Потомки же знают его в основном как создателя безумного изобретения водородной бомбы. Одесситы посвятят Андрею Сахарову концерт в филармонии.
На репетиции побывал и наш корреспондент Александр Тарасенко. В программе концерт номер 3 для фортепиано с оркестром Алимдара Караманова. Произведение из трех частей автор написал еще в 1968 году. Руководить оркестром будет Хобарт Эрл, а за фортепиано сядет всемирно известный пианист Алексей Ботвинов. После антракта музыканты сыграют третью симфонию Бетховена. Я знаю эту музыку хорошо, потому что так получилось, что я был практически первым исполнителем этого концерта серьезным. Это было в Москве в 1989 году. Я познакомился с автором, вместе работали. Действительно, совершенно был особенный, гениальный совершенно человек, личность фантастического размаха. В прошлом году концерт, посвященный Сахарову, прошел в Киевской филармонии. Сейчас одесситам представят расширенный вариант произведения. Также в эти дни пройдут дискуссии. Это международный проект. Люди, которые были знакомы с Сахаров. И просто хочу сказать, как ни странно, бывает совпадение. Последний раз это сочинение звучало на нашей сцене 14 декабря 1990 года. В рамках дней Андрея Сахарова в Одессе европейские и украинские ученые и политики расскажут о своих впечатлениях и воспоминаниях о нем. Моя организация, которая в 80-х годах занималась вопросами прав человека в Советском Союзе, начала организовать серию сахаровских концертов и конгрессов в 81-м году, когда он жил в Горке, был выслан из Москвы под постоянным давлением ГБ. Отметим, гениальный изобретатель, ярый защитник прав и свобод человека умер в 1989 году. В день его смерти, 14 декабря, одесситы почтят его память концертом. Александр Тарасенко, Андрей Диченко, 7 канал. Одно из старейших и функционирующих учебных заведений в городе отметило свое 130-летие. Детский общеобразовательный интернат для слепых и слабовидящих детей открыли еще в 80-х годах 19 века. Как дети и учителя праздновали почетный юбилей, смотрите в сюжете Мишель Арманд. Необычный юбилей. Интернату для слепых и слабовидящих детей исполнилось 130 лет. За 130 лет своего существования школа-интернат пережила немало. Это уже третье здание, в котором учителя продолжают свою нелегкую работу по воспитанию особенных деток. Здесь огромные коридоры и нет острых углов, а окна большие и светлые. Вокруг интерната ухоженная территория, на которой можно гулять. Интернат имеет свою историю, имеет свою традицию. На сьогодні в закладі виховуються 82 вихованці, в тому числі 10 сиріт і позбавлених батьківського піклування. Возраст учащихся от 3 до 23 лет. Учителя с гордостью говорят, что обучают самых лучших и отзывчивых деток. Хорошие дети. Очень, как вам сказать, они ищут общение. Они творческие дети, ну вот вы видели по выставке. Вот. Они любознательные дети, они очень гостеприимные дети, они любят, когда у нас гости в школе. Талантливые дети талантливы во всем. Они рисуют, танцуют и играют на различных музыкальных инструментах. От фортепиано до баяна. А еще прекрасно поют. Очень часто в интернат приводят деток, которые совсем ничего не умеют. И учителям приходится начинать обучение с самых элементарных азов. Это и ориентация в пространстве, и социальная ориентация, а также ритмика, лечебная физкультура и развитие речи. К окончанию школы ученики самостоятельно выбирают свой дальнейший жизненный путь. После закончения я планую вступить до навчального закладу міста Геническа и там отримати освіту масажистом. А чому саме Геническо? Тому що там добре розроблена методика для навчання незрячих дітей. А порой і в більш юному возрасті. Я поступлю в Одесі в духовний семінар і стану батюшкою. Дуже люблю тварин усіх. І я раніше боялася собак, але тепер в мене цієї вже немає боязні.
Руководство школы-интерната перед собой ставит масштабные цели. Створить навчально-виховний центр із закладу, тому що, не дивлячись на ті всі новшества, які впроваджуються, я маю на увазі інклюзивне навчання, все-таки право на отримання освіти, на навчання, виховання мають діти отримувати в відповідних спеціальних закладах. Випускники сміло приймають участь в соревнованнях по паралімпійським видам спорту і приносять заслужені перші місця. Мішель Армант, Віталій Кононов, 7 канал. Пряничное изобилие и народные песни. Именно так в Одессе пройдут рождественские каникулы. 19 декабря, в день Святого Николая, на Думской площади зажгутся огни главной елки города. Каждый желающий сможет отведать 18-метровый 3D-пряник под названием «Город, в котором сбываются мечты». В католическое Рождество представят праздничный торт, демонстрирующий часы развития Одессы. Встречать Новый год с горожанами будут белорусский рэпер Серега, трибьют группы Абба, уже после боя курантов на главную сцену города выйдет диджей-дуэт Kiwi Project. Уже 7 января одесситов угостят шоколадно-пряничным тортом в стиле гоголевских вечеров на хуторе близ Диканьки. Также на улицах города народные коллективы будут петь рождественские колядки. Вот таким увидели этот день наши корреспонденты. Следить за новостями 7 канала всегда можно на официальном сайте и в социальных сетях. Ну а если вы стали очевидцем интересного события, звоните нам в редакцию. Телефон 726-3226. Оставайтесь с нами. Это «Наш город» и ваш 7 телеканал.